В Архангельске простятся с Владиславом Хомутовым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Он будет похоронен 13 сентября на Вологодском кладбище. Владиславу Викторовичу Хомутову было 47 лет. В 1994 году он был призван для прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации. Позднее стал участником боевых действий по разоружению бандформирований на территории Чеченской Республики. Прощание с Владиславом Хомутовым состоится во вторник, 13 сентября. Гражданская панихида пройдет с 10 до 10:45 в центре «Патриот» по адресу город Архангельск, проспект Троицкий, 118. В 12 ровно траурная церемония прощания с погибшим воином пройдет на Вологодском кладбище.